Сегодня 13 марта. Мы находимся сейчас на улице Чернышевского. С левой стороны это микрорайон Западный, или еще микрорайон Г его называют. Впереди красное вот здание, это торговый центр Азия. А вот там уже видно красное здание. Это был в свое время гастроном в микрорайоне Западный, известный. А сейчас этот гастроном стал супермаркетом Раузет. Кстати говоря, в городе сейчас очень много супермаркетов с такой вывеской Раузет. Вот это здание было построено в советское время. Вот сейчас вы видите, какое виде оно было в то время. Итак, мы сейчас подходим к магазину, где продают яйца. Вот Коко, такое название интересное. И вы увидите цены на яйца и на фрукты. Здесь продают яйца и фрукты. 236. Как видите, трех видов яйца с разными ценами. Ну вот, наш обзор подошел к концу. Спасибо за внимание, за просмотр. Желаю всем всего доброго, крепкого здоровья и мирного неба над головой. До встречи на канале.